Значит, вы утверждаете, что не видели свою соседку 4 дня? Да, но она часто куда-то уходила на ночь. Мы не знали, где она и с кем общается. Алкоголь, наркотики. Сами употребляете? Стоп! Снято! Вы закончили театральную академию, да? Угу. Можно как-то чувственнее? Недавно списалась с одним продюсером, агентшей. Вы хоть понимаете, как вам повезло? Ну, собирает наших, отправляет девочек в Болливуд. Короче, это крутой болливудский проект. Сначала к нам приезжают съемки по Суперзаводскому, а потом все вместе летим в Индию, прикинь? Можно с тобой? Помню, был случай. Это Болливуд, девочка. Какой нахрен Болливуд? Ты видишь, это бомжи какие-то. Домой поехали, я же. Света! Я пока не очень понимаю, как будто что-то не то происходит. Актрис привез. Здесь уже несколько месяцев, и никто не понимает, что происходит. Странно здесь все. Больше на сон похоже. Актер опять он пропал. Там опять артиста какого-то потеряли. Он просто актер главный пропал. Тут на вечер еще пару человечек есть. Кто находит, тот исчезает, короче. Ты же знаешь, куда они пропадают? Нет, я не знаю. Не догадываешься? Просто реально не могу понять. Сплю я. Или нет? Ничего не понятно. Угу. Когда выйдет? Скоро. Будем ждать. Будем ждать.